Корсуни и Языково продолжает действовать карантин. А медики районной больницы начали выходить на работу после двухнедельной самоизоляции. Пока в учреждении работает 80 медицинских специалистов. Среди них терапевты, педиатр, хирург, гинеколог, стоматолог. Выздоровевших медиков примут на работу только после тщательного обследования и сдачи анализов. Наиважнейшие задачи, которые стоят сегодня, это выздоравливание коллектива и выход его на работу. Надо честно сказать о том, что пока некоторая часть коллектива, ну, в общем-то, не горит желанием. Не горит желанием выйти и начать, так сказать, там, выполнять свои очень важные функциональные обязанности, профессиональные обязанности. Корсунским медикам продолжают помогать коллеги из Ульяновска. Накануне в больницу заехали новые бригады медиков, которые помогли провести 27 приемов на месте, совершили 60 выездов на дом и взяли 132 теста на инфекцию. На данный момент в Корсунском районе зафиксировано 153 заболевших коронавирусом. Сейчас на базе нашего инфекционного госпиталя развернуты 3 бокса для лечение пациентов. Сейчас у нас находится 7 пациентов. Это 4 мужчины, 3 женщины с диагнозом пневмония. Состояние у них ближе к удовлетворительному, только легкая степень тяжести. Также в больнице начал работать колл-центр. 4 медработника принимают звонки местных жителей по вопросам выписки больничных листов, льготных лекарств, а также вызова врача на дом. Планируется отремонтировать в больнице пищеблок. Такое поручение на оперативном штабе дал губернатор Сергей Морозов. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.